По мне, так этот коктейль получился намного вкуснее. Истории миллиардеров, ставших бедняками. Что будет, если выпить бензин? Как именно кошки видят окружающий мир? Посты в соцсетях, за которые люди лишились работы. Удивительные факты выходят на этом канале каждый день. Подписывайтесь, ссылка в описании. Всем привет! Сегодня я буду готовить коктейль Сникерс двумя способами. Один простой, а другой еще проще. Для первого способа нам понадобится молоко, нуга. Ее я купил в обычном магазине. Она уже содержит в себе немного арахиса, но Сникерс славится тем, что содержит в себе очень много арахиса. Поэтому я приготовил еще четверть стакана жареного арахиса. Еще понадобится шоколад. Кстати, ссылка на видео, где я взял такую круглую шоколадку, есть в описании. Еще один немаловажный ингредиент – это сливочный пломбир. Для начала нужно натереть шоколад на крупной терке, чтобы получить шоколадную крошку. 50 грамм нуги нужно нарезать на мелкие кусочки и загрузить их в чашу блендера. К нуге нужно добавить жареный арахис. Включаем блендер и измельчаем арахис с нугой в мелкую крошку. Наливаем стакан молока и добавляем его к нуге и арахису. Затем добавляем 2 чайные ложки тертого шоколада. Теперь можно добавить 100 грамм сливочного пломбира и немного его измельчить. Включаем блендер на 1 минуту и коктейль Сникерс готов. Переливаем его в стакан, украшаем тертым шоколадом и вставляем трубочку. Для приготовления коктейля вторым способом понадобится молоко, сливочный пломбир и батончик Сникерс. Сникерс нужно порезать на мелкие кусочки и загрузить в чашу блендера. Включаем блендер и измельчаем батончик в мелкую крошку. Добавляем стакан молока и 100 грамм сливочного пломбира. Пломбир тоже нужно немного измельчить. Включаем блендер на 1 минуту, чтобы получилась немного воздушная масса. Переливаем коктейль в стакан и вставляем трубочку. Дополнительно еще можно украсить коктейль шоколадной крошкой. Что касается вкуса, то мне понравился больше первый вариант, так как коктейль из батончика Сникерс получился слишком сладким. Возможно, нужно было положить только половину батончика, но тогда бы в коктейле оказалось меньше арахиса, нуги и шоколада, что как раз и придает основной вкус коктейлю Сникерс. Ребята, напишите в комментариях, а какой из рецептов больше понравился вам? Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также обязательно обратите внимание на самые интересные плейлисты на моем канале. Это вкусные рецепты и интересные опыты.